Ты же в группе есть. Я в какой? Ну, в группе нашей в этой. В WhatsApp есть, да? Не-не, в Телеграме Таня сделала группу. Да я, у меня еще там нет. Я хотел группу, у меня уже просто не глаза нравится. Я не знаю. Так, а что третье? Подожди, третье, это у нас какое-то? Бля, 98-я, по-моему, была. Так, ну мы туда, ну, ломиться не будем. Так и у меня ж тут все осталось. Я 24-го уехал, я сам с Кременчуга тут работал. Он у нас в Миллениуме офис. Да, я понял. Сейчас, ребят, ну мы заходить не будем. Вот с Аней. С Аней снимем для вас, потому что... Ну, это у нас третий этаж, на втором дверь мы не трогали, дверь там прикрыта. Ну, стрёмно. Вроде как и сказали, что прошли эти саперы, но хрен его знает. Сорян, без обид, что жизнь такая... Вроде бы... Виталик. Ну ладно, пока не делаем, потому что серьезно. Времени мало еще, в Киев надо ехать. Коты завозить. Так, 101, 2 коты. Все так визуально. Не, я сейчас туда пойду. Я наверх быстренько, Сань. Да, давай. Ребят, 4-й этаж. Мне на 9-й. Так, 5-й. Так, это 3-й подъезд. Тут не знаю, целый, не целый, открывать не буду. Так, вот. Блядь, ублюдки. Сука, шопа, блядь. 5-й, по-быстрому. Курить надо бросать. Ребят, это закрыто. Трогать не буду. 6-й этаж. Ну, замок видно вырван. Но заходить туда не буду, не обижайтесь. Времени нету. Саня сейчас закрутит входную дверь. Вот. Людей тут практически нет. Так. Ну, здесь все ровненько. Так, ничего нету. Тут закрыто. Это какой у нас? 7-й. 7-й закрыта решетка. Так, я вот так вот сделаю. Не знаю, что там. Решетка закрыта. Восьмой. Не знаю. Здесь это выглядит вот так. Это 8-й этаж, ребятки. Так. Аккуратно. Что это? Так, тут пидорва. Пыталась, видно, открыть. Мне тоже закрыто. 120-й. Так, иду дальше. 3-й подъезд. Остальные закручены. В одном там, по-моему, люди живут. Так, это у нас 9-й. Решетка закрыта. Никаких устройств я не вижу. Ни лески, ни проволок, ничего. Открываю. Ключ не тот. Не видно, что пытались сломать. Ломать пытались. Ух! Ну вот это 122, где я жил.
Тут полбугром стал. 121. Ну, видно, залазили. Зоечка, и у тебя тут скрыто все. Аккуратно, внимательно. Смотрю. То, что в доме зимчик. Это то, что у ребят тут. 124. Все, ребятки, ну, что смог. Не обессудьте, времени мало. Побежал.